First of all, I have noted that you have here and Прежде всего, я заметила, что у вас здесь, в Азербайджане, и это исключение для мусульманской страны, свобода вероисповедания. Это действительно исключительная ситуация. И я отметила это, а также и то, что здесь сосуществует множество культур. В Европе, и в особенности в Германии, звучит много критики о нарушении прав человека. Я здесь уже четвертый раз и ничего такого не замечала. Может быть, это как-то связано с тем, что у нас там иная культура и иное мнение насчет того, что следует делать с правами человека. Но я не видела насилия. Это не значит, что его нет вовсе. Но я не сталкивалась и уверена, что не столкнусь. Желаю всего наилучшего в будущем и чтобы не повторялись те безобразия, которые были у нас в Европе на Евровидении. Это было ужасно. Мы читали об этом в европейской и особенно в немецкой прессе. Желаю вам всего доброго и чтобы это больше не повторялось. Я сделаю все от себя зависящее.